Давайте сделаем такой общий расклад, что может кардинально изменить вашу жизнь. Загадывайте период. Давайте возьмем ближайшие 3 месяца. Итак, что может кардинально изменить вашу жизнь? Так, смотрите. Долгое непринятие решения, долгое топтание на месте уже начинает вас напрягать. То есть вы испытываете какие-то неприятные эмоции, ведь тут тучи у нас над головой, да. Хочется каких-то изменений, поэтому вам этот расклад и попался. Что изменит вашу жизнь? А, смотрите, как интересно. 2 жезлов, 3 жезлов. Решение будет принято здесь и сейчас. Что за решение, которое изменит вашу жизнь? Вкладываться в себя по 4 пентаклей. Разговор о том, что тут у нас происходит процесс трансформации, переход на новый уровень осознанности. Да, выходим, выходим, дорогой мой зритель, те, кто меня смотрит, хоть мальчики и девочки, решили выходить из ограничений, которые не давали движения, не давали возможности принимать решения. Что послужит толчком таким переменам? Смотрите, по 8 чаш вы решите, либо обстоятельства вокруг вас сложатся так, что от одного нужно уходить к другому. Несмотря на то, что там, где вы сейчас, в той позиции, в той точке А, потенциал имеется, вы все равно осознаете, что лучше идти в другом направлении. Это что может быть? Поменять специальность, поменять партнера, поменять место жительства, поменять в конце концов какие-то приоритеты, взгляды, мысли. Да? Что еще может кардинально перейти? Да. Без трудностей, тут не обойтись, по 6 мечей, вы, так скажем, переходите на другой берег. Если жизнь – это река, то вы переходите на другой берег этой реки и прям переплываете, да, через какие-то страдания, через какие-то трансформационные фишки, которые сопровождают сейчас нас в квантовом переходе с вами, да, вы, уходя от одного, собрались идти. Причем даже в неведомое, да, но все-таки решение будет принято. То есть, как говорится, гори, оно все синим пламенем, и я туда рвану. Правильно ли это решение? Смотрите, совершенно правильное решение по аркану сила. То, что вы сейчас планируете принять, то есть сорваться. Может, кто-то хочет переехать, да, я уже только что перечисляла. Может, кто-то хочет поменять партнера. Это не просто правильное решение. Это решение, продиктованное вам высшими силами. Это решение, которое вы собрались воплотить, оно даст вам столько энергии. Видите, 8 бесконечности спускается сверху на этом аркане. Важно, важно все обдумать, да, и избавиться от тревог по 4 мечей. Очень много тревожности считывают карты с вашего состояния. Трудности будут по 9 жезлов, но это карта, которая предвещает успех, да. По преодолению трудностей эта карта предвещает успех. То есть, если вы все-таки, смотрите, как много жезлов. Жезлы – это действие. Это действие здесь и сейчас, поднятые со дна вашего эмоционального такого, давайте, кувшина, да, вот, на поверхность. По, смотрите, 9 жезлов, 10 жезлов, все при вас достаю. Видите, человек идет, несет урожай, так скажем, да, того, что он набрал, того, что он собрал, это может быть опыт, это может быть какая-то специфика, да, какой-то работы или еще что-то, идет вверх по ступеням к цели, и там всходит солнце. Что кардинально изменит вашу жизнь? А если смотрят девочки, то выпадает король чаш. Как только вы решите поменять свою жизнь в том направлении, о котором вы, возможно, давно думали, но не решались, на вашем пути появляется король чаш. Это человек, дающий любовь.
Либо это новый знакомый, да, и всего скорее, что так, либо это тот человек, который рядом, но он изменит свое к вам отношение с минуса на плюс. И что у нас с королем чаш будет? Все, я закрываю расклад, пишите, да будет так. Семья, семья, благополучие, счастье, дом. Это карта рая. Я вообще обожаю. Смотрите, какая классная карта. Все целуются, все обнимаются, любящая пара, классный дом. На заднем плане горы, много урожая, много зелени. Всем здоровья, всем счастья, всем радости.